такую сумочку своей мечты может сделать каждый из совершенно подручных материалов. Ну а теперь о нашем конкурсе. Первый тур закончился. Результаты первого тура, а также правила второго, мы разместим завтра в наших группах на Одноклассниках и ВКонтакте в посте с этим видео. Пожалуйста, следите за новостями. Если вам понравилось наше видео, пожалуйста, ставьте лайки. Вступайте в наши группы на Фейсбуке, в Одноклассниках и ВКонтакте. Конечно же, подписывайтесь на наш канал. И, как всегда, спасибо вам за то, что вы у нас есть.